Приветствую всех. В общем, решил я реанимировать свой автономный фонарик. Заново сделал печатную плату, снял все эти элементы, немножко видоизменил схему. И смотал катушки сердечников. Вот у меня сердечники. Значит, и заменил лицендратом, так как я обзавелся с недавних пор лицендратом самодельным. Поэтому решил заменить первичную катушку на лицендрат. У меня стоял 2 мм провод, одножильный простой провод. На выходе вот 3 светодиода, они будут припаяны на плате. Ну, в общем, как-то так. Сейчас я начну мотать катушки, потом покажу, что получилось. Так, ну вот, в общем, битки намотаны. Это вот выходная катушка у меня. И вот катушка, которая намотана лицендратом, это входная. Ну, в общем, это первичная, если можно так будет посмотреть, а это вторичная. То есть это вторичная, это первичная. Это съемная катушка, а эта катушка будет раскачки.